9 утра, да? Вот видно термометр там. Тридцать семь с лишним градусов. Температура человеческого тела, короче. Причем не очень здорово. В 9 утра, напоминаю. Дальний Восток. Вот такая аномальная жара, все сохнет. Кстати, вот видите, все деревья, которые они уродовали, они вон уже загибаются и болеют. Ну, вследствие. И нет тени. Те тополя вон вообще убиты. Нет, невозможно стоять, закрываю. Вот такое вот стихийное бедствие. После абсолютно холодного июня и сильнейших и холодных дождей, вот такая аномальная жара. То есть, представляете, да? За 40 градусов.